Готовь сани летом, а новогодний корпоратив осенью. Свадьбу вообще за год. Сегодня в Панораме Лаунж уникальное мероприятие. Ивент Экспо 2016. Лучшие группы, лучшие фокусники, ведущие. Все они сегодня здесь, в Панораме Лаунж. Программа «Коза» присоединяется новогодним корпоративом «Быть». Сегодня у нас действительно по-настоящему уникальное мероприятие. Собрались все бенды, лучшие бенды Харькова, лучшие танцевальные коллективы, фокусники и так далее. Каждый раз, организовывая какое-то мероприятие, всегда сталкиваешься с такой проблемой, как покупка кота в мешке. Да? Люди смотрят деморолики артистов и не понимают, как это будет выглядеть на сцене. Сегодня каждый желающий может прийти и посмотреть все воочию, так сказать. Послушать, увидеть, выбрать, не переживать за свой новогодний корпоратив, как минимум. А за свадьбу? И за свадьбу, и за день рождения, и просто за любое мероприятие. В качестве кого вы сегодня на мероприятии? Партнера, в качестве хорошего друга и как группа поддержки. Собираетесь ли вы на корпоратив какой-нибудь себе сам устроить? Организатором этих корпоративов будет такой хороший, прекрасный человек, как Маша, со своим ивент-агентством Show Lab. Здесь команда очень сильная, с очень большим опытом, очень креативная, очень интересная и очень неповторимая. Конечно же, ой, я хотела сказать алкоголь, но, конечно же, какой алкоголь, если нужны танцы? Привет, и ты здесь. И я здесь. Мне кажется, ты был во всех заведениях города Харькова, и не только Харькова. Ты уже разобран на все новогодние корпоративы. Но вот только сегодня мы уже с одним человеком пересеклись, и он говорит: Паш, ты же помнишь, что ты у меня на 15 дат в декабре месяце? Так что декабрь у меня уже насыщенный. На корпоративах дурацких конкурсов не было. В парке Шевченко были дурацкие конкурсы. Это был конкурс с туалетной бумагой. Первая часть конкурса парни должны были снять все, кроме трусиков. В этом им помогали девушки. Потом мы отматывали рулон туалетной бумаги. Официанты выносили палитру пива каждому участнику. Ну и по команде 3-4 девочки должны были зажечь туалетную бумагу, а парни максимально быстро выпить литр пива, чтобы выбросить туалетную бумагу из трусов, чтобы не загорелась их попа. Ну я тебе хочу сказать, ты самый креативный ведущий, это 100%. Я думаю, мы продолжим эту традицию, но, скорее всего, уже в будущем разобьем это на 2 дня. В первый день это будут кавер-бенды, во второй день это уже чисто танцевальные коллективы, потому что это вызвало действительно очень большой ажиотаж. Я показываю, прежде всего, ключевых артистов, которые прошли, скажем так, естественный отбор благодаря моему опыту работы по заведениям Харькова. Сегодня действительно собрано самое лучшее. Ты понимаешь, это же бешеная конкуренция. 8 групп, они же все хотят оказаться лучшими. Как ты выбирала? Есть ли у тебя любимчики среди них? Очень хорошая мотивация. Они все в таком тонусе находятся, в таком драйве. Мне интересно посмотреть, что из этого получится. Как вы
вашей компании проводите свой новогодний корпоратив? Всегда по-разному, но весело, однозначно весело. Очень много народу, просто наша компания – это совместно 5 автосалонов. В этом году вам будет проводить корпоратив «Шоу Лаб» или я ошибаюсь? Скорее всего, да. Они очень веселые ребята, и это соответствует нашему корпоративному уровню. Звезда приехала, красотка. Расскажи мне, как у тебя изменилась жизнь, потому что я тебя не видела уже очень-очень давно. Но мы переехали в Киев, периодически приезжаем сюда, в Харьков. Года вы все услышите, такой небольшой новогодний подарочек. Выйдет альбом? Это будет мини-альбом. Не все сразу, мы будем частями, там периодичностью в 3 месяца по там 6-7 треков. Новогодние корпоративы ты уже сможешь петь свои песни. Да, но мы уже выступаем своими треками. И это будут фиты с уже известными артистами, а с какими вы увидите позже. Вы уже заняты на новогодний корпоратив? На новогодние корпоративы уже начали бронировать столы, и поэтому мы уже начинаем готовить сумасшедшую шоу-программу. Поэтому всех ждем, бронируем столы на 3 этажах.